сюда вставляем, разворачиваем. Так, и можно уже откручивать. То есть вот такая самоделка. Нигде в магазине я ее найти не могу, такую вещь. Я взял с первого цилиндра, вставил. Называется метод исключения. Вот нас приехала опа. Вот послушайте, какая проблема. Слышите, да? Явно троит. Ну, клиентка и позвонила, что идет троение двигателя. Все, заезжайте. Друзья, всем привет. Вы на канале Владимир Шнырев, дневник автодегуста. Вот приехала опа. Значит, проблема с троением двигателя. Значит, снял индуктивным датчиком, снял параметры все четыре. Понятно, да, индуктивно, с помощью мотодока третьего. Что мы видим? Что мы видим? Мы видим, смотрите, значит, здесь у нас в первом цилиндре у нас искра. Искра у нас, начало искры, конец искры, да, и это в секундах. Ну, маловато, 800. 800 микросекунд, мало, конечно, миллисекунды. Вот, дальше, значит, здесь у нас, ну, кверх ногами, какая нам разница? Начало искры, конец искры, друзья. Смотрим сюда. 1,82. Ой, достойная, шикарная искра. Третий цилиндр. Давайте пробежимся. Смотрите, опочку нашу, да, вот она, опочка. Опа! Так, и 1,60. 1,60 миллисекунды. Супер искра. И берем четвертый, да, четвертый берем, ребят. Бабах. И что мы видим? Ребят, а нет искры, ребят. Искры нету, четвертый цилиндр. Надо смотреть. Надо смотреть свечу. Давайте посмотрим. Открутили гаечку, называем болтик, вытаскиваем катушечку, да? Реечка мешает, мы ее маленечко ослабим. Да хватит, наверное, даже. Попробуем. Давайте, так. Вот она, как она, резина поднимается. Вот она. Вот она, ребятки, вышла катушка. Сейчас посмотрим. Но главное, смотреть свечу надо. Чтобы достать свечу, на этой машине, видите, как хитро все. Вот что я хочу вам показать. Я вот это вам как раз и хочу показать, как здесь нужно наворачивать свечу. Вот, ребят, вот такой пришлось изготовить ключик самодельный. Видите, да? Просто взял, сделал так называемое колено. И теперь смотрите. Туда вставляем, разворачиваем. Так, и можно уже откручивать. То есть вот такая самоделка. Нигде в магазине я ее найти не могу, такую вещь. То есть я бы заводскую взял. Я люблю все заводское, ребят. Обожаю, но, к сожалению, здесь такой возможности у меня нет. Нигде не могу найти. И уже свечной ключ вопросы задавал тысячу, и ничего такого нету. Пришлось столько лет, я уже самоделка. Кто, может быть, знает, где можно приобрести, напишите, пожалуйста, мне в комментариях. Я заводские-то ни разу нигде ни у кого не видел. Вот в чем дело. То есть я бы... Вот так. Свечи длинные, чертяки такие. Спинку вала. Так, так, так. Все, ребят. Вот вам, пожалуйста. Что мы видим? Зазор огромнейший, да, ребят, свеча закопченная, как вы поняли, вся в масле, да, но это не то масло, это масло из сальника крышки. Так, почему такие зазоры огромные, давайте я проверю, что-то на глаз-то кажется огромный зазор. Вот в чем дело, давайте-ка мы посмотрим это дело. Зазор был большеватый, видите, какая она дымчатая, какой тут состав смеси, смотрите. Нет, видите, искра работает, то есть искра есть, но это не так даже проверяется, а проверяется вот так. То есть я ставлю диэлектрик и заставляю идти искру по большому пути. Видите, ребята, искра есть. Не в свече дело, катушка. Ну что, друзья, искра вроде бы, в смысле, как я имею в виду, свеча более-менее нормальная. Значит, как делаем сейчас? Сейчас берем тупо, я заворачиваю назад эту свечу, а катушки меняю местами. Если на этой, будем говорить, понятно, да, свече будет проблема, значит проблема в катушке, ребят. Ну что мне мудрить, все, что тут гадать?
То есть искра, я думал, свеча негодная, но свеча более-менее нормальная. То есть, правильно, когда катушка плохая, и свеча будет плохой, понимаете, да? Все, заворачиваем сюда таким дурацким ключом. Ну вот, а как без него? Никаким другим, ребят, туда не подлезть. Сейчас завернем. Ну что, работается же. Вот самоделка, простой взял, просто пропил. И вот, а как? Как по-другому? Я просто слышал про такие ключи, видеть ни разу, даже заводского ни разу не видел, нигде не встречал. Берем вороток и затягиваем. Так, затянул, все хорошо. Так, вытаскиваем. Так, а мы сделаем не так, господа. Мы не эту возьмем катушку. Понимаете мою мысль, да? Вот, ребята, возьмем эту катушку. Та неудобно, не лезет. Мы возьмем, какая удобна. Нам какая разница? Лишь бы она была здоровая, а нездоровую катушку, если она ставим на первую, нам какая разница? А, без разницы. Снимаем первую катушку. Видите, как удобно. Так, отсоединяем. Вытаскиваем. Вот смотрите. Я взял с первого цилиндра, вставил. Называется метод исключения. Так. И беру этого. Где у нас от катуха-то? Ага. Берем эту и вставляем ее в первый. В первый. То есть неисправно теперь, как бы, если катушка у нас в первом. Если свеча, значит свеча. Что делаем? Подсоединяем. И мы даже прикручивать не будем, поверьте мне. Так, и просим нашего клиента, точнее клиентку, тем более постоянную, завести машину. Заводим, пожалуйста. Стартер. И что? И теперь снимаем. Теперь снимаем здесь. 5 троит. Вот. Включаем запись. И поехали. Прикладываем к первой катушке. Вот, видите, да? К первой катушке приложили. Сейчас мы дождемся. И смотрите. Первая и вторая и третья и четвертая. Выключайте машину, пожалуйста. Давайте посмотрим, какая теперь не работает. Вот, сделали запись, сделали. И теперь что мы делаем? Теперь мы просто берем, выходим на этот кадр и начинаем. Первая катушка теперь у нас с вами мертвая. Видите, друзья? На идеальной свече, которая была рабочая, катушка стала нерабочей. То есть проблема в катушке. Сейчас проверим четвертую. Так, теперь смотрите. Вот это первая, вы поняли, да? Вот это была первая, мертвая. Ну все, ребят, тут приговор окончательный. Катушка именно, нет затухающих. Тут даже не в свече дело-то, черт возьми, уже поздно я уже. То есть нет затухающих. Хотя вот я думал, они вот здесь. Катуха труп. Дальше пошли. А вот четвертая, смотрите, у нас. Ребят, а четвертая заработала. Ну, пока свеча-то плохая, потому что искра была плохая. Вот, и вот, вот, пожалуйста, вот искра. Искра. Искра на плохой даже свече, которая полуработала в копоти, она заработала. То есть вот первая катушка у вас, теперь знаете, первую катушку надо менять. И все. Что-то менять. Она тем более умно поставила ее, ничего не надо откручивать. Понимаете, да? Сейчас мы ставим, закручиваем. То есть не надо даже рейку снимать. Все ясно, да ведь? Все, все, все. Как можно спорить, да, когда тут все как очевидно все настолько? Не свечи делал, катуха. Ну, это было понятно по затухающим. Ну, просто иногда затухающие на этих катушках могут быть там, на той линии, понимаете, если свеча неисправна. Так что все, короче говоря, нормально все. Я считаю, что диагностика сделана правильно. Убедились, все, проверились. Катушечку найдут. Правильно же? Угу. Все, я подтянул. Все, мертвая она. Ее в замену. Вот, ребят, еще одна победа. Ну как победа? Победа в диагностике. То есть катушки нету, у меня тоже таких катушек нету. Ну, уже меняли катушку, и поэтому хозяйка. Там проблем нету, тем более муж с руками. А, спасибо, что досмотрели до конца, за комментарии. С вами был ваш автодоктор Владимир Шинарев. Здоровья вам и вашим машинам.